ваша ми... С дороги! С дороги, я сказала! Это здесь! Уже за углом! Поспеши! Мы должны спуститься туда, где идет забава. Участники ищут рог единорога, золотую рыбку и яйцо феникс. И с их помощью они узнают, где прячется заяц, то есть Мильтон. Выходит, нам тоже надо их найти? Нет другого выхода. Но время не ждет. Так что придется нарушить правила. Нет, лучше сюда. Я тебе покажу, где проходит охота. Потом разделимся. Тебе придется раздобыть рог единорога и золотую рыбку. А я поищу яйцо феникса. Так будет быстрее. Как ловят золотую рыбу? Сетью? Где? Она же не настоящая. Посмотри туда. Видишь огни на воде? Участники пытаются поймать рыбку с лодки, а ты просто нырнешь и отыщешь ее. А как ловят единорога? Он очень пугливый, но ты наверняка его как-нибудь поймаешь. Вон он там бегает, посмотри. В золотой рыбке и в роге находятся предметы, которые позволят нам найти Мильтон. Когда ты их раздобудешь, найди меня среди тех, кто ищет яйцо феникса. Все ясно? Тогда за дело. Меня в лоб выпал! Хочешь? Трусливым или мужественным. Лесник из Блавикена призван спасать кусок. Говорят, единороги. Может, его яблоком или сладостями? Не было проблем, сестрица, кабы ты была девица. Ты правда хочешь затеять этот разговор еще раз? В этом месте? Тише, а то спугнете единорога. Давайте попробуем сладости. Прошу прощения, придется испортить вам забаву. Кто это такой? Но ведь так нельзя! Явный обман! Господа, надо показать этому хаму, где раки зимуют. Все было по правилам. Верно! Он честно выиграл. Эх, не везет, так не везет. Попробуем добыть следующую подсказку.
Сады такие огромные. Верхом будет быстрее. Полнейший упадок морали. Быстрее. Золотая рыба должна быть хорошо видна под водой. Так разве можно? Можно, но это плебейство. Эй, подожди! Остановись, это важно! Король Баклан, мы приносим тебе этот дар! Прошу, будь к нам милостив, открой нам все секреты! Месяц на небе сменился, а я ждал в своем владении храбреца, что мне в дар принесет достойнейшие подношения. Ключик. Ах ты, хуй! Испортил всю забаву! Кошмар! А вот леопард из далекой Зериканьи. Дикий и кровавый пищ. Ваша милость изволит? Не изволит. Мы действуем в интересах высшей важности. Потом я все объясню. Но ведь это против правил. Правила определяю я. Геральт, наконец-то. У меня ключик и одна подсказка. А у меня другая. Показывай. Кто это придумал? Первый слог мой в тепле. Скрыт второй у лисицы. А последний хранят все придворные лица. Теп от тепла, ли от лисицы, а последний слог ца от слова лица. Получается, теплица. Ты гений. В садах действительно есть теплицы, и дверь в одной из них закрывается на ключ, такой, как этот, из рыбки. Ну тогда теплицу. Здесь.
А? Это еще что?